Девочки, всем привет! Сегодня у нас будет макияж глаз. А почему только макияж глаз? Потому что, во-первых, я не собрала еще косметичку Юлю. Июля. Сама в шоке, но потому что мне нужно было собрать коротенькую, маленькую косметичку вот для дороги, то, что я к подружке ездила. И вот она передо мной. И я еще не успела ее разобрать, собрать другую. Мне неохота было всем этим заниматься. Короче, я собралась ею. Там ничего такого суперинтересного. Ну, может быть, палетки какие-то интересные. А так все остальное я просто взяла из Project Pen и из косметички Юня. В общем-то, макияж глаз я хочу сделать простенький. У меня уже на лице есть румяна. Бронзер я не хочу, потому что через пудру мой просвечивает. Хотя шею можно было чуть-чуть замазать. Так, наверное, возьму из Project Pen, иначе я вот этот темный никогда не страчу. Так, где у меня кисть? Где-то тут была, точно знаю. Я куда-то ее положила. Так, ну ладно, тогда возьму вот эту, хотя она мне сделает прямо мощный тень на шее. Ой, как сыпется. Я совсем забыла. Так, начнем отсюда и буду вниз опускать чуть-чуть, чтобы оно вот здесь прямо загорело очень сильно. Так, у нас, девочки, опять а-ля похолодание. Ну, на самом деле нормальная погода, до 23, до 24, приятно, приятно. Но единственное, что вот не совсем прям лето, но будет со следующей недели. Хотя это видео выйдет вот на этой неделе, на которой начнется жара. Я решила стресс себе не устраивать и сразу быстро не грузить. У меня получится прям парочку дней без видео. Или, может быть, я успею что-то смонтировать. Не знаю, посмотрю, что у меня там есть. Потому что, ну, не хочется. Не хочется себя вгонять в стресс. Вот, ну, как видите, у меня лицо загорело, особо много бронзера добавлять не надо. Так, но что мне нужно? Мне нужно... Так. А что мне нужно? Мне нужна база по тени. И здесь у меня не та база по тени лежит. Потому что деньги были не жаркие. Мне нужна другая. Так. Я решила воспользоваться вот этой палеткой. Essence, девочки, это палетка Glographic. Здесь 9 оттенков голографических. Вот здесь показаны более такие пастельными оттенками какие там, потому что если я вам начну показывать вот так, они не всегда видны, девочки, оттенки. Ну, по-моему, видно. Вот это голубой, вот это зеленоватый, этот бело-голубой, по-моему, это персиковый уходит, это в розовый уходит, это в цвет шампанского, фиолетовый, зеленый, но более нежный, белый. Вот это желтый, по-моему. Вот. Не знаю, видно вам, нет. Но я нанесу на все подвижное веко. Если сейчас найду, не найду. Мне нужна база по тени. Придется Urban Decay брать, она ржит. Ну ладно, может быть, я тогда наслою. Наслою что-то понейтральнее. Так. Оригинальная база от Naked держит тени. Naked. Да, базовые тенюшки коричневые. Я буду отсюда брать. И на них уже наслаивать вот это. Так. Девочки, кстати, на мне кофта, я все, руки не дойдут вам отснять. Отснять вам мои покупки, все одежды. Но я хоть так покажу, знаете, в этих а-ля собиралках макияжа немножечко. Кстати, лак такой классный, я потом как-нибудь его покажу.
Либо во флоке покажу вам. А тренд этап, правда. Красиво такой. Вроде как избитый и не избитый. И смотрится так здорово. Ногтях. Как-то, я, знаете, боюсь зеленых цветов именно на ногтях, которые выглядят немного как советские. Знаете, раньше такие были ведра. Вот это не очень бы мне хотелось. Хотя, если обыграть, тоже нормально будет смотреться. Так, ой, солнце начинает светить в окно. У нас переменная облачность сегодня. Прямой солнечный свет не очень классно для моих растений. У меня орхидеи тут. Вы прикиньте, вот пока орхидея у меня, так, начну носить, стояла подальше от подоконника. Ну, где-то тут стояла, еще где-то у меня были места для нее. Ни одна, ни другая в прошлом году с лета, или вот когда я их убрала с подоконника, перестали мне цветы приносить. Не знаю, как это назвать. Короче, цвести перестали. Хотя белая, которая у меня позже появилась, она прямо расцветает, носит эти цветочки. А цветает, новая веточка с цветами влазит, опять цветет. Она просто постоянно, у нее не растут особо листочки, но зато вот у нее вся энергия уходит на эти цветы. То есть вы видите, удивительно, да, что даже у растений есть свой характер. Меня это так забавляет, так умиляет. А другая, вот она цветет обычно раз в год, где-то с сентября, и цветет очень долго. Эти цветы у нее держатся 2,5-3 месяца. У этой не так долго. Пару недель, и они уходят, и другие приходят. Вот. И я начала видеть, что не просто орхидеи мои не зацвели, им еще плохо становится, им не хватает, видно, я их на голод посадила, им, видимо, нужно больше света. Но я просто знала, что им прямой солнечный свет вреден, не очень полезен. Один листик у меня у старой орхидеи, вот одной орхидеи, знаете, уже сколько лет? В 2013-м я ее купила себе. В следующем году ей будет вообще 10 лет, ей 9 лет уже, девочки. 9 лет, но она такая серьезная мадам, которая вот цветет один раз в год. Радует меня своими цветочками. Оказывается, сколько мы с ней уже прожили вместе. Обалдеть. Так, теперь возьму вот эту и буду более темный оттенок носить на подвижное веко. Он еще и более холодный, какой красивый. Красиво. Я вот эти два наношу. Вот этот был в складке, а теперь вот этот буду носить. Так, и что я хотела вам рассказать? И вот как только я их поставила обратно на подоконник, вот это еще не оклемалось, но листочки стали нормальные такие, опять окрепли прям такие. Она еще пустила листочки. А вот это сразу прям зацвела, сразу выпустила веточку, и сейчас уже какую неделю цветочки радуют меня. Но я, девочки, не садовод, я не знаю, и надо сказать, что я ленилась. Я как-то читала про орхидеи вначале, когда вот купила, как ее поливать, вот что, где она должна стоять, чтобы у меня более-менее уход был нормальный. Но видите, я вроде как по правилам поставила чуть подальше, а у меня во всей комнате, в принципе, светло, девочки. Не так, что, знаете, я ее в темный угол, в коридор куда-нибудь поставила. Нет. Но мои орхидеи со своим характером, им вот нужно все-таки больше света. Ну, тропическое растение, чего я, в принципе, удивляюсь. Так. Так, на этом будет прям очень ярко оттенки проявляться. Я специально залезла в уголочек. Обычно я там наоборот осветляю, но сегодня будет вот так. Вот. А хотела вам вот эту кофту показать. В общем-то, это кофточка, да, с пуговичками посередине. Там в этом, если вы посмотрите на вот этот узор, в принципе, пастельный цвет, ничего такого особенного, но материал, то как вроде как такая мелкая вязка, но
грубоватая, совсем мелкая, для мелкого трикотажа. Но вот эти цветы, это девочки привет 60-е. И там вообще была коллекция, которая сейчас на распродажу шла. Коллекция, которая привет 60-е, время хиппи, когда они там все покуривали. И там такие узоры, соответственно. Но мне не нравится. Я ничего не стала там покупать из такого прям ультра 60-го, потому что 60-е я люблю более классические, я не хиппи-стайл. Если бы там брюки какие-нибудь классные, интересные были, купила бы. И брюки, и джинсы, но вот их как раз не было. А вот эти блузки какие-то, я в них буду выглядеть сейчас с моей грудью, с моим животом, я буду выглядеть как легкомысленная женщина. Короче, нет. Мне не понравилось, там ничего для себя такого нет. А, юбку я еще купила. Но у нее расцветка тоже такая интересная, но покрой современный. По-моему, 60-х другие были, не такой вот. Они либо были очень пышные, либо такие еще классические немного. Так, сейчас возьму опять светлый. Немножечко вот тут потушу. Так, надо глянуть у меня там. Я не зарядила нормально батарейки. Да, показывает, что мало времени осталось, но мы с вами успеем. Не страшно. Так, сейчас, конечно, макияж глаз выглядит темным. Но это временно. Сейчас я начну наслаивать голографики, и все изменится. Так, с этой палеткой закончила, девочки. Отсюда я планировала матовую взять, вот они. Так, все вроде потушевано хорошо. Сейчас еще немножечко пройдусь, на всякий случай. И вот тут вот, чтобы все чуть-чуть смешалось, потому что у меня нет намерение сделать такой отдельный макияж. Я не знаю, господи, что я говорю. Ну, чтобы, знаете, иногда я специально не тушу оттенки между собой, чтобы видно было, где заканчивается один, начинается другой. Ну, такой, или очень легенькая тушевка. Но здесь это не важно. Здесь это не важно. Сейчас, конечно, вот слишком темный макияж, а сразу такой вид уставший, как будто я не выспалась. Хотя я сегодня прекрасно спала. А, и внутренний уголок. Вот тут, видите, как все-таки осветление внутреннего уголка. Так, ничего не осыпалось, все пока нормально. Так, да, я постоянно смотрю на время, потому что я смотрю, не видно, освечивает мне. 13 минут. Так, надо было жалюзи опустить, но я проглядела этот момент. Так. Нанести. Знаете, я сейчас, наверное, нанесу для глитов, на всякий случай, потому что я не хочу, чтобы мне... Хоть они светлые, не хочу, чтобы осыпались, потому что на солнце сейчас будет видно, что у меня голографики под глаза осыпались. Мне этого не хочется. Поэтому сейчас пройдусь немножечко базы под тени. Я только прохожусь по подвижному веку, потому что только там будут светлые оттенки. Так, какой оттенок хочу? Давайте я возьму голубой во внешний уголок. Они прямо сыпятся. Это я это всегда знала за ними. Вот смотрите, насколько яркий получается на темном оттенке. Сразу видно вот так. Да и, конечно, на липкой базе прямо очень интенсивно. И прилип сразу тушуется средненько. Так, сейчас я и здесь делаю так же. Ну, знаете, он как-то проявляется больше как серый. Может, надо было вот его соседа взять. Сейчас наслою. Время есть, раз я макияж. Лица не стал делать на камеру. Ну, хватит. Главное, вот только, чтобы камера не подвела аккумулятор, чтобы... Так. А,
вот этот прям, о, какой мощный, какой яркий, девочки, офигеть, вот этот Escape из этой палетки, и вот, вот тут у меня вот этот оттенок голубой, а этот прямо восторг, и он такой голубо-зеленый, шикарно, что ты скажешь. Так, ну оставим вот так, в принципе, прикольно, ладно. И во внутренний уголок я возьму фиолетовый, фиолетово-розовый. Надо встряхивать. Ой, красиво, 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 красиво. Его надо распределять. Ой, вау, вау. Классно. Я давно, девочки, голографиков не носила. Я немножечко продляю, но я не знаю, что там будет. Просто сейчас прям в шоке, как будто я голографики только для себя открываю. Но это же не так. А что, они из моды вышли, и все про них забыли. Так, а по низу я, наверное, возьму желтый взять или больше, наверное, персиковый возьму, вот этот. Ну, тут совсем на начало. Так, вы знаете, я его еще чуть-чуть... Мне в другую кисть и немножечко его не то чтобы потушевать, но немножечко примять, а то они такие сухие, тенюхи, и на липкую базу легли, конечно, как металлики немножечко, и как будто сами по себе они навеки лежат. Ой, девочки, я хотела с вами вообще-то поболтать, но что-то я очень фиксирована на макияж. Так, вот этот просто чуть-чуть прибить. Знаете, девочки, мне нужна сюда подводка. Тут прямо она просится, прямо очень просится. Пастельный макияж, но он сливается с моим... С моими зелеными тенюшками. Обычно ярче получается, но вот почему-то сегодня так. То есть я имею в виду, что тенюшки получаются ярче глаз, и поэтому выделяются. И глаза выделяются, и... Я не знаю, это, наверное, не имеет смысла то, что я сейчас сказала. Иногда я думаю, но думаю, есть у меня мысли, но не знаю, как их выразить в слова, чтобы они были другим понятны. Может быть, есть болезнь? Сейчас любят всякие трудности, знаете, говорить, что это какие-то болезни. Может быть, это и правда какая-то, знаете, не болезнь, а у нас это называется здесь, называется как швехе. Блин, распределился сам, растекся чуть-чуть. Зараза, теперь стрелка толстая будет. Такая театральная, сценическая. Блин. Не очень мне, конечно... Нравится она. То ли подводка уже стала. Не то, чтобы подсыхать, но я даже не знаю. Чуть-чуть видоизменилась. Она распределяется слишком. По тенюхам пошла вверх. Так, не совсем то, что я хотела. Ну ладно. Мне иногда бывает, что не по плану, но мне очень нравится. Но сегодня не по плану, и мне средненько нравится.
девочки, хотела всего лишь, ну, я не знаю, насколько вас на 15 минут задержать с макияжем, а уже 20. Не, выглядит нормально, хорошо, просто и даже подходит вот под кофту, да, фиолетовые цветочки, зеленовато-голубой макияж. Все как-то подошло, хотя я не прям планировала так делать, чтобы все подходило, но... Ой, извините. Так, ну тут вот. Это уже моя ошибка. Это же не тенюхи. А у меня стрелки часто разные получаются. Я пытаюсь, конечно, потом выровнять. Но не беда, в общем-то, там. Вот тут надо подтереть. Она прямо утекла вниз. Что-то не то с подводкой. Ой, так, не падай. Если бы вот это упало, оно бы точно в дребезги. Мне бы еще тут убирать пришлось. У меня нету здесь ватной палочки. Сейчас, девочки, надо намочить, наверное. Главное, чтобы батарейка выдержала. Еще немножечко, я уже почти готова, в общем-то. Мне нужно вот... Вот реально пол миллиметра убрать всего лишь. Вот. Вроде ничего, но вот тут растерла. Так, это я потом без камеры подкорректирую. Я прям близко приближусь и двумя руками буду. Так, мне неудобно. Так, ресницы, девочки. Надо вот эту вытянуть. Стрелку. Потому что, да, вытянутая получилась, а это нет. Так, вот тут. Ладно, это потом. Сейчас камера отключится. Я даже попрощаться с вами не успею. Так, время что-то очень слишком быстро летит. Так, засвечивается, да? Это солнце светит в окно. Так, туши много прям не надо. Потому что стрелки жирные получились. У девочки пиццу есть. Так, ну, я вроде нормально по времени. Да, все в порядке. Есть у меня еще время. Девочки, была у меня недавно битва за куклу на eBay, и я выиграла ее. Кукла была Шильдгред, такая старая, винтажная, из 60-х.